Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня шпион против снайпера. Цель шпиона – выполнить ряд задач и остаться незамеченным. К примеру, ему нужно подменить статуи, выкрасть лист с гостями и многое другое, что очень сильно палится. Цель же снайпера – вычислить шпиона и устранить его. Будет весело, приятного просмотра, мы будем начинать. Поехали! Так, жопа-голова. Нормальные статуи в целом. Главное сейчас что нам сделать? Что? Главное следить за ситуацией, за обстановкой и не смей воровать лист с гостями. Кунтумец, но ты не думаешь, что я не повторяю одни и те же действия по несколько раз? Да я знаю, что ты любишь повторять одни и те же действия по несколько раз, поэтому вообще пофигу. Так, какая-то фигня произошла здесь, и мне кажется, здесь была жопа-голова, а не голова-голова. Я не знаю, что тебе кажется, что тебе не кажется, но все-таки... Кто был? Считаю, вот что... это было, этот был и этот был. А еще коричневая была. Ну, коричневая ни при чем. Но ты меня не перебивай. Блин, они в толпе все. Давай, давай, продолжай. Я считаю, что у нас еще есть шанс выжить, выиграть, чтобы все было хорошо. Ты согласен? Ага. Выжить, выиграть. Падла, статую поменял, здесь была жопа-голова. А стала почему-то голова-голова. В какой момент я это провафлил? Что-то я какой-то невнимательный. Мне кажется, я бы на твоем месте, допустим, поторопился. Насколько? Это просто прямо сильно поторопился. Козел. Ты только одну статую поменял. А знаешь, как я спалил тебя сейчас? Ну? Я тебя спалил очень легко. Ты, короче, идешь с ботом прям, и ты прям в какую-то щель залез. Боты так не ходят здесь. Ну, неплохо. Я бы сказал, даже очень неплохо. Да, Димон? Уже кого-то подозревает. Ты что, ковбоя подозреваешь? Посмотри, какой он превосходный, а? Ой, статуя не поменялась. Дима расстроился. Дима опечалился. Еще один подошел с рестатуи смотреть. Вообще жестко. Да? Угу. Печально как. А вторую статую что? Не видел, что со второй статуей случилось? Ой, печально. Кого? За что? Блять, статую ж поменяли. Ты поехался совсем. Я забываю. Я стою на месте и побеждаю. Моя очередь. Жопа, жопа, птица, жопа. Нормально. У меня, короче, такое чувство, тут на самом деле очень легко выиграть. У тебя чувство, что нет чувства, да? Ну, карта такая, да, интересная. Жопа, жопа, птица, жопа. Может, кажется. Ну, может быть, кажется. А может нет. А может нет. Попытайся вот выиграть. Я вот слежу за статуями, чтобы ты их не поменял. Я слежу за всем, слежу, понимаешь? Чтобы ты тут ни в коем на случае. На самом деле ты мне так жестко мешаешь выигрывать. Да-да-да. Если бы не ты. Если бы не я, ты бы, конечно, как бот ходил бы здесь, и тебя бы никто не трогал. Да. Ни хрена себе, я сейчас кое-что узнал, как тебя скамить. Да? А я только что узнал, кто ты. Ты понимаешь, ты только что спалился своим вот этим. И я уже, вероятнее всего, предполагаю, кто ты. А я знаю, кто ты. В целом, я могу прямо сейчас тебя, скорее всего, убить. И, вероятнее всего, это будет верное решение. Ну... Ой, как печально, посмотри. Уехал, знаешь, как говорят? Уехал, посмотри, уехал от тебя. Печально, грустно, как неожиданно. Знаешь, если говорят стрелять, цель уехала. Надо стрелять, квантумец, понимаешь? Что ты статую не поменять, жучок не подкинуть, аге, послу. Еще и посол уехал. Да-да-да, стой там, что-то в этом кругу. Можешь стрелять. Стреляй. Хорошо, а если я скажу, что у тебя осталось 10 секунд? А я тебе не поверю. Зря. Потому что, мне кажется, я бы на твоем месте поторопился. Давай считать вместе. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. А знаешь, как ты спалился, дядя? Ну? Ты спалился, когда ты подошел к барной стойке, ты такой, вау, офигеть. Эмоции-то взяли верх над тобой, потому что ты узнал, что нельзя лист с гостями забрать оттуда. Ты такой, вау, не, и заднюю нет. врубил. На том моменте ты спалился. Нет. Придумал нет, на фёру. Блядь, я вообще не об этом. Мужикам наливают водку, и она за два раза выпивается, а женщинам шампанское и за три раза.
Ну, все. Я об этом. Я такой, надо играть всегда за мужиков, чтобы выпивать быстрее. И, о, я тебя заскамил, блядь, квантумец. Ты сам меня ны... Это трындец такой вообще. Димон. Какой ты, конечно, молодец. Я тебе хочу сказать. Вот просто молодец, и все. Зачем ты целишься в женщину? Она просто никого не трогала, стояла. Я в них всех целюсь. Не нужно во всех целиться. Будь добрей. Паскуда, долбаная. Нет, Фантумец, мне надо, блядь. Я всех подозреваю, понял? У меня здесь нет неподозреваемых. Сидит там наверху кукушка, подозревает всех. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут все виновны, невиновных нет. Как-то слишком агрессивно, мне кажется, звучит. Очень. А я и не говорил, что я добряк, блядь. Как вы, интересно, смогу я просто вот так вот победить красиво, выполнив все задания? А, Димон, как ты думаешь? Смотри, летает, наблюдает, она... Наблюдатель. Я отслеживаю 8 тысяч показателей в секунду, блядь, мне похуй. Буквою, нифига ты процессор, конечно, какой-то 12900 или 13900, или уже что получше. За что? Ходит он, блядь, инспектор. В смысле, я статую сменил? Когда я статую поменял? Голова. Еман, статуя у меня, голова. Нормально залетела. Не, блин, это было прикольно, Квантумец. Насколько это было прикольно? Да что, статую заставить прикольно? Нет, просто так, прям иногда даже на движениях палишься, я думаю, о, бля. Да вообще трындец, да ты такой же. Я знаю, кстати. Я подозреваю одного. Одного только? Конечно, только одного. Этого можно уже убрать, но уже не пригодится. Он уже отработанный материал, как я понял. Ну, в целом, чё? Что скажешь, Димон? В плане. Что ты скажешь? Я не хочу ничего говорить. Я не понимаю, о чём ты. Нет, вообще. Давай ты признаешься, кто ты, я тебя не убью. Просто я уже знаю, кто ты. Нет. Как тебе вариант? Вот давай, я тебе даю слово, если ты признаешься, я тебе даю шанс победить. Квантумец, да мне не нужен никакой шанс, я и так выиграю. Как вы думаете, кто предатель, кто импостер? Кто? Ладно, ты будешь признаваться или не будешь? Да, блядь, стреляй! Ты убил колясочника! Он убил колясочника! А колясочник под прикрытием! Он встал и убежал, когда у него пулю с кевлара вытащили. Смотри, он взял колясочника, чтобы выиграть. Да! Несправедливо. А, Димон, как ты считаешь? Нечестно, как по мне. Ты что думаешь по этому поводу? А ты со мной не разговариваешь. Ты вообще думаешь что-нибудь или нет? Я вообще не часто этим занимаюсь. Да, я вижу, ты просто тупо молчишь и все. Говоришь закрытым ртом, да, думаешь про себя? Я думаю, что почему-то лист с гостями забрать нельзя, да, Квантумец? Ну, нельзя, да. И что? Ну, нельзя и нельзя. И хорошо, что нельзя. Я вот так вот лично считаю. А я могу тупо играть и побеждать. Ну, мы уже на опыте. Не так ли? Да я думаю, тебе тоже можно уже признаваться, Квантумец. Да, хорошо. Я чисто сердечное признание, Димон. Я шпион. И я нахожусь на этой карте. Это все, конечно, смешно. Но мы-то знаем, что это правда-правда. Угу. Правда-правда. Ну хочешь, я сразу по тебе стрельну? Давай. Уверен. Уверен. Давай, стреляй прямо сейчас. Уверен. Да опять я ничего не сделал. Блядь, ты... Хотя я тебя тоже... Я что, зеркало, блядь, что ли, не понимаю? Нет, блядь, выполняй задание! А, тут вон оно что, жопа. Жопа, птица. Это, кстати, из-за голова, тебя. Голова, жопа. Блин, тут статуй дофига и больше. Тут 7 статуй. Голова, жопа, жопа, птица, жопа. Голова, жопа, только там. Да это нереально, нафиг. Тут очень много где голова, жопа, ну по факту. Да и не говори. Вообще жесть какая. И вот следи еще за всем здесь, чтоб не нашкодили.
Да ты задолбёшь! Делать это очень подозрительно. Блять, мне тоже кажется, что ты очень подозрительный персонаж. Я? Ты бобёр, я бобёр. Ты на самом деле очень подозрительный. Я снайпер, мне вообще пофигу, я на вертолете, на квадрокоптере, не знаю, на чем я. Нет, но пытаюсь выследить сейчас... тебя. Ага, это зачем ты сделал? Да мне это нифига не дает, блин, они вот, когда гони набрать, вся эта долбанная толпа жуликов в одном кругу сидит. Это хорошо или плохо? Да отвратительно. Блин, я тоже так считаю, Квантумец. Покажись, спасибо, блин, показался. Я уже не успеваю за всем следить. Ну а кто в этом виноват в первую очередь? Я никого не подозреваю. Ты виноват. Че приперся сюда? Стой, типа у тебя получается ноль подозреваемых, правильно я понимаю? Конечно. Они все разбрелись, они все лазят туда-сюда, туда-сюда. У меня в твоем возрасте уже были подозреваемые. Да? Угу. Поздравляю тебя с этим. Ну а ты как бы особо не торопишься искать подозреваемых. Ну это чисто мое мнение, знаешь? Что... Блин, ну, не будет подозреваемых, не будет проблем, правильно я понимаю? Блинский блин, как тебя поймать здесь? Это вообще как-то сложно. Трудная, да, карта? Да, верно. Именно так все и есть. И никак иначе. Я тоже эту тему заметил. Что ты там разговариваешь? Еще, получается, заданий очень мало. Заданий мало? Угу. Не ври. Нет, я, блядь, ну на полном серьезе. Да я знаю, что ты. Блин, ну я прям даже не знаю, это мец. О, спасибо. У меня такое чувство, что очень мало времени давалось. 10 секунд. 10 секунд? Поздравляю. Тебя я поздравляю. Правда? Угу. Почему? Потому что ты победил. Ой, не победил. Обманул, получается, меня. 3, 2... 1. Победа! Блять, я не успел, мне 6% у этого Я даже не подозревал тебя! Блять, у него 6%! Что ты подкинул жучок или с гостями? Когда Лис с гостями украл? Подожди, я следил за ним, как за зеницей ока. Я провафлил Лис с гостями? Чего? А 4 задания нужно выполнить на самом деле дофига. И больше. Гони на Брэд. Димон, подсказка прилетела, да? О-о-о, тут вообще капец, тут выбор заданий на самом деле великий, величавый, я бы сказал, выбор заданий. Делай, что хочешь, живи, как хочешь. Да, Димон? Что ты молчишь? Ты напрёкся? Я думаю, тут 2 дабл-агента получается. Ну, они у тебя жёлтеньким подсвечены. Угу. Думает он. Хорошо, получается у тебя? Не очень. Кого-то подозреваешь уже? Ну тут смотри, тут можно и жучок подкинуть. Тут можно и подкинуть. Блин, я испугался, кого ты завалил? Да за что ты ее убиваешь постоянно? Да я не знаю, белобрыса, блять, не могу к ней ровно дышать. Валит ее и валит. Хочется ее. Так, птица-жопа-голова. Голова-птица. Птица-птица. То есть разные статуи, а там голова-птица просто. Хорошо. Значит, птица. Птица здесь. Голова-жопа. Жопа-жопа этому синему кретину, который только что мне на глазах поменял статую. Пытается уйти беспально и молчит сейчас. Замолчал. Бывает и такое, нах. Что вообще происходит? Я запутался в заданиях. Мне все равно надо, блядь, понять, что такое трансфер-микрофильм. Да ну пойми уже и все. А ты задолбал уже. Трансфер-микрофильм ему. Это что, блядь? Это я спалился. С неудачным взятием Бастилии нафиг. Блять, взял, покашлял на... Тимонович, просто... And the red.
Димон, так по итогу, что такое трансфер микрофильм? Я не... Это трындец, а что такое поменять статую, Димон? Поменять статую я ебал. А зачем ты так со статуей? Ужасно на самом деле. Ну, чтоб ты понимал, у меня 3 подозреваемых. А, и мало у тебя узкий круг. Обалдеть. 3 подозреваемых на такое огромное пространство среди всего этого, ну ты бы молодец, конечно. Получается, что нифига не получается. Абсолютно. Да ты достал, все, тебя общество убьет за это. Блять, я эту тварь тоже... Блять, вот у меня между ними ни... шляпником, блять, была на... Сука! Просто та пи***** шла ходить, а этот сидит, и я думаю, от, блядь, это квантумец, на е***, блядь, номер один. И, сука, нет, блядь, общество защиты колясочников, я извиняюсь, блядь, я учи***, не можно. Это был Спайпати, обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить новый ролик. Также можешь подписаться на меня в Инстаграме и ВКонтакте, там много чего интересного, ссылки будут в описании. Подписывайся на канал, ставь лайки, до скорых встреч.